Всем доброе утро, друзья! Я приехала к Лерочке на выпускной. Сегодня у нее в садике выпускной. Сейчас вот пойдем в здание зайдем, посмотрим, какое они там выступление приготовили для бабушек, для дедушек, для родителей. Самое главное для родителей, а мы уж так. Ну, в общем, пойдем посмотрим. Вас тоже беру с собой. На улице у нас очень хорошая погода, жара. Но я одела, видите, наверх рубашку, потому что у нас мошка, комары. Ну, там в здании потом сниму. Вот Лерочкин садик. Здесь площадки на улице у них. Мне нравится, у них оранжерея в здании. Красивая оранжерея. Ну, так цветников не особо. Не вижу я, чтобы здесь все было обсажено цветами. Так вот, зелено, хорошо все. Thank you.
Вов. Закончился утренник, вышли на улицу. Сейчас детки будут запускать свои шары в небо разноцветные. Все, пошли, шарики тут сейчас будут раздавать. Кому какой достанется. Динка с видеосъемкой. Детки все. О, Лера, Лера! Лерочка? Не сказала мама, то, что мне не дадут. Ну, конечно, тут у деткам, кто выпускается. Вон, подержи портфель. Подержи портфель. Дети, ты меня видел? Подходим ближе, 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 ближе. Все дети прошли? Желание загадали? Так, ребят, все готовы? Молодцы. Саша, а желание... 4 отпускаем. Да. Все, учиться на дне пятерки. Ура! Все пятерки на дереве повисли. Все? Пятерочки твоя, пятерочка улетела твоя, да? Все, одни пятерки теперь будешь получать у нас. Кончился утренник, еду я домой. Машина стояла на солнце, а, наверное, градусов 35 на солнце. Все, сейчас вот продую немножко и еду домой. Все, всем до свидания, всем пока-пока. Ставьте лайки, поддержите мою Лерочку, наш утренник выпускной. Ну все, всем здоровья, счастья. Всем пока-пока. Поехала я.